қолмен соққыларын өте жақсы қолданып отыр және алғашқы тейкдаун жасай алады ма? Иә. Тренингде болатындар астында ұстап қалуға тырысатын болады. Жақсы. Жалғырады. Рахмет. Қазір арқада жатыр. Қорғанған күтетін боламын. Көреді ауыр соққа мойынды беріп қояды екен бұл жерде. Ванин Рафиков өте қауіпті. Чемпион үшін қындыру әдісіне алды. Боламыз. Енді қалып жерді. Ильдар. Ал чемпион мұндай қарқынды күтпеген болу керек. Қарсыласынан талуына. Иә. Жеткізді. Жеткізді. Қарсаңдары. Дәл осында. Подскальзывается и болтануло. Потрясем, по всей видимости, Фаниль. Пошел вперед, да, Набергенов пытается удосрочить своего соперника, по всей видимости. Почувствовал, что потрясен. Хороший был пункт, ощутимый. Здесь берет комбинацию. Рафика. Уворачивается от удара. Нугай. 2 минуты остается до окончания второго раунда. Условно прижимает ногу, сейчас шея остается захватить у Ванира. Снова лоуки. Фулмаунт в этой халтной позиции арене. Раунд выполнен жасауға барады ма екен? Иә, халтырақ позициясына кірді. Жалдыратын болады. Рафиков октагонды пайдаланып аяққа тұрмақшы. Бэкмаунт позициясын алды. Алма кезек. Кресте. Қазір жігіттер позиция. Алмасып отыр әрі. Сейчас физические кондиции, конечно же, не те, что в начале поединка. Своего оппонента в паузу убивает удар Набергенов. Еще одно колено по бедру. Потому что он секает, высекает его силы. Секает Розапас. Я не сказал бы, что он выступает ему физически, но эмоционально. Забирает спину позицию Бэкмаута сейчас. Да. Арда, брат, он там гельмед. Я. Чемпион Бельбио Холмас. Чемпион Пожатов. Сонгу он секунд. Набергенов арене. Осы позицияда ұстап қалуға тырысатын болады. Дәл қазір назарларыңызда. Итак, у нас новый чемпион в легком весе NFC Казахстан. Байзал Бадин Чемпионшип, Ильдар Кудайбергенов. С Глебом отличной работы. Разбивает руками, тейкдаун. Просто вырывает, момент поймал. И пошел в ноги. Отличный тейкдаун от Ильдара Кудайбергенова. Он отбивает просто корпус. Хорош очень добивание. Есть, кажется, сечка. Да, да, однозначно, это сечка, только еще непонятно, где именно. Отжимает. Колено, но опять-таки вот оказался внизу. Для проведения тейкдауна. Да, и вот только теперь начал защищаться, переводит все-таки. Партер добился своего. Ильдар, давайте этот лоу-кик. Зашел под одну ножку. Доработает ли? Да. Есть тейкдаун. И... будет ли попытка тейкдауна? Да, пошел под одну ногу. Зацепился за сетку пальцами Серег Пай, но все-таки не помогло это ему.